Мне посчастливилось увидеть одно невероятное зрелище. Это одна из самых опасных профессий в мире. Это люди, которые срывают, собирают кокосы и чистят пальмы в садах. Невероятно опасная профессия, и невероятное мастерство этих людей просто поражает. Не знаю, как правильно назвать эту профессию, или сборщик кокосов, или садовник по пальмам, но тут каскадерское мастерство просто на высшем уровне. И альпинисты, наверное, тоже позавидуют их умениям. Вот я рядом с этим мужественным человеком, он просто супер, это высочайшее мастерство и отсутствие страха подниматься на такую высоту и делать такую работу. А специальный инструмент, который называется, не могу добиться от него названия, смотрите, комбинация серпа и с такой специальной загнутой, ну почему-то такой очень маленькой ручкой, а не такой, как мы привыкли. Вот специальный инструмент для собирания кокосов, его можно на вытянутую руку и доставать на там, где ветка кокоса от ствола очень далеко. Вот такой специальный прибор. Yes, так что, yes. Да, говорит, делай сам. И вот так, да? Так? Крупным планом. Видно, Олег? Там, да, все там видно. Вниз, да. Вау! Это очень острый прибор. Потому что... Смотрите. Вот такой листок такой толщины я срезал, вообще не напрягаясь. Thank you. А вот это их лестница. Просто большая бамбуковая палка, на которой оставили вот такие маленькие срезы. Он цепляется реально просто большим пальцем. Смотрите, как он просто кончиками пятки больших пальцев. Это вам не обычная лестница. А там, где заканчивается лестница, они уже держатся чисто ногами. Да. Так, сказал, отойди. Палка ставится сначала на саму пальму, а потом, когда он поднимается на высоту в 5 метров, он уже накидывает веревку для страховки, потому что палка просто может упасть на сторону. Вот они вдвоем вычищают сад. Отойди, отойди, говорит. Делает петлю на ноги и уже простым упором поднимается наверх. Вот так чистят кроны кокосовых пальм. На самом деле не каждый это может сделать, поэтому во всех странах есть специальные специалисты высочайшего уровня, которых вызывают на такую работу. И я думаю, что платят им нормальные деньги. Вот только что на этой пальме было срезано несколько кокосов. Это не те маленькие кокосы, которые мы видим в наших магазинах. Это огромные, с такой волокнистой кожурой кокосы.
некоторые размером с человеческую голову. Вот такая невероятная профессия, которую я даже не знаю, как правильно называется, но это одна, думаю, одна из самых трудных и опасных профессий в мире, потому что здесь надо необычайная сноровка, мастерство, но самое главное – отсутствие страха, абсолютное отсутствие страха высоты. Вот такого размера эти кокосы, где-то размером с человеческую, чуть меньше человеческой головы. Но они к нам, к сожалению, не доезжают. У нас продается совсем другой сорт, маленький. А эти кокосы долго не хранятся, их надо сразу вскрыть, выпить сок, собрать копру. Вот такая интересная профессия есть в мире.